Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Он довольно короткий. Как приобрести уверенность? Ну, что интересно, человек никак не комментирует, да, и не раскрывает то, что он имеет в виду, да, что для, что для него уверенность, уверенность в чем, потому что уверенности, они, ну, уверенность бывает разной, вот, в разных моментах, в разных аспектах и так далее. Вот. Поэтому сначала надо бы, конечно, постараться как-то вот определить этот момент для себя, вот, что вы подразумеваете под уверенностью и так далее. Но, если честно, я думаю, что излишняя уверенность, она ведет к косности. Вот, я думаю, что излишняя уверенность в себе, да, ну, человека, вот, не дает ему ничего хорошего, вот, на мой взгляд, приводит к ошибкам. Ну, большему количеству ошибок, вот, и, на мой взгляд, опять же, довольно лишние стороны. Ощущать какую-то свою полноту, да, какую-то свою, ну, целостность, если угодно, вот, можно легко и без условной, там, уверенности, которая, там, ну, через край бьет, вот, и я думаю, что совершенно не обязательно для этого испытывать уверенность. Самый лучший способ, ну, вот, почувствовать эту самоуверенность, самый лучший способ это сделать, это, пожалуй, знаете как, делать то, что вам нравится. Искать пути и способы. Вот. Делать то, что вам, ну, как-то по душе, то, что вас как-то вот привлекает, то, что вам интересно, вот, делать вот такие вещи. Это самый лучший, на мой взгляд, способ обрести уверенность в себе. Вот. А когда вы делаете то, что вам нравится, когда вы, как-то вот тяготеете к тому, что вам нравится, вот, вы, в общем-то, ощущаете, ну, такие вот позитивные чувства, вот, и, соответственно, ну, вот, чувствуете то, что, вот, ну, то, что можно назвать вот этой самой уверенностью человека в себе, да, вот. Конечно, у этого есть ряд ограничений, вот, в частности, такие, что не всегда есть возможность у человека делать то, что он хочет, и, вот, на мой взгляд, ну, конечно, тут ну, желательно искать возможности, ну, вот, для этого, вот. Но я думаю так, Следующий момент, на который я бы хотел обратить ваше
внимание заключается в том, что нельзя, как я думаю, испытывать, ну, 100% уверенность в чем-либо. Вот. Можно лишь сказать, что, ну, к примеру, можно сказать, что сейчас, на данный момент, мне может хотеться, ну, чего-то. То есть мне может хотеться, на данный момент, мне может хотеться, вот, там, допустим, ну, совершить то или иное действие, да? Вот, и, в общем-то, этого, как я думаю, может быть вполне достаточно для того, чтобы, ну, притворить в жизнь какие-то вещи, вот. Да? То есть этого может быть достаточно для того, чтобы что-то реализовать, этого может быть достаточно для того, чтобы ну, как-то поступить, ну и так далее, Вот. Поэтому, вот, я думаю, что вам надо бы в этом направлении смотреть, да, то есть развивать такую вот внимательность к себе, если хотите, вот, и тогда, я думаю, что ситуация ваша будет улучшаться. Вот. На этом все. Желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь.